Добрый день, коллеги. Это полевая площадка в городе Липецк. Сейчас я нахожусь на поле с кукурузой, и мы посмотрим опыт, который мы уже ранее смотрели, около месяца назад. Здесь заложен опыт с различными схемами обработок гербицидом. Итак, посмотрим. Сейчас будет первый вариант. У нас это люмакс до всходового 3,5 литров и после всходового люмис 1,5 литра на гектар. Ну что ж, мы увидели, что междурядие на варианте, где был люмакс и люмис, чистый, изредка встречается вьюнок. А теперь я покажу вам контрольный участок. Это вот контрольный участок, здесь он небольшой. Мы оставили промежуток в два междурядия. Как можно видеть, здесь много сорняков, есть щетинники, щерица запрокинутая, марь белая. Сейчас мы пройдем вовнутрь и увидим больше. Прос куриная есть, есть горцы, подсолнечник, падалицы, потому что кукуруза посеяна по подсолнечнику. Ну и в целом участок довольно-таки загрязнен. Щетинник мы здесь можем видеть сизый. Чтобы отличить его, достаточно посмотреть на листья. Они будут опушенные. Также есть марь белая. Тот же вьюнок присутствует здесь. А теперь посмотрим вариант, где была обработка препаратом Илюмис 1,7 литра на гектар. Здесь довольно-таки чистый участок получился, и частично, ну, в маленьком количестве присутствуют злаки и вьюнок. Но, в принципе, теперь они уже культуре не мешают, и свое дело гербицид сделал. Он убрал основные сорняки, которые бы составляли конкуренцию кукурузе. Также здесь присутствует вариант с новым гербицидом Милагро Плюс. Дозировки 1 литр на гектар. Сейчас мы тоже посмотрим, как выглядит культура и как выглядит междурядие. Мы можем увидеть погибший подсолнечник. Гораздо меньшее количество злаков. И уже есть новые, ну, злаки эти, которые есть, это уже новая волна после обработки. Ну что ж, такие вот результаты показали наши гербициды. Если будет интересно, то дальше в следующих роликах мы еще покажем, насколько эффективны гербициды и как выглядит культура и почва в ней в последующие дни. Пока.